Всем добрый день. Делаю я рейнер из мечика. Меня распилили, то есть не один, а два. Я его распилил пополам. Первый у меня сделан просто как плоский вот такой. Этот я закруглил. Но я хочу его вот такой сделать. Вот такой. Оп, тихо. Вот такой формы сделать. Вот. Сам мечик, смотрите, как вот так вот сделан. На заводе. Видно, да, наверное? Вот так. Сейчас я покажу. Видно, наверное, да? Не очень долго делал. Распилил я его, пилил очень медленно. Я его не нагревал. С перекурами пилил. Вот здесь темная такая искра, темная-темная. Я даже не знаю цвета какой. А здесь уже желтая. Вот, значит, здесь сталь намного крепче. А, еще я, знаете, что я не знаю. У меня тут только маркировка, знаете, какая стоит. Сейчас я скажу, какая маркировка. Это ГОСТ. 2620-1889. А какая сталь, не знаю. Вот на этом я помню. Я, наверное, я, если я не ошибаюсь, это R675 был. А может на 22. Но это на 27, больше на 27 мне нету. Я его распилил пополам. У меня, видите, получается, что я вот на этот-то сделал круглое. Потому что мне так приятнее, конечно. Вот, чем плоский. А тот у меня плоский получился. Вот. Ну, если бы я один делал бы, мне мечиков много было, я сделал бы до конца полукруглую, но это выкидывать вторую половинку приводится. Значит, я распилил его, потихонечку пилил. Вот. Трогал рукой, чтобы не горячее было. Короче, я его не нагрел. Его потихоньку пилил. А потом вот такой, у меня круглый еще был. И вот так вот, смотрите, ну я же показал, да, что он вот такой, у меня форма вот. И я потом выровнял. Можно, конечно, было шире сделать, вот так вот шире, но не знаю. Может быть, я не знаю. Я еще, может, разрежу вот этот второй сделать, четыре сделать. Вот. Но мне кажется, вот этого хватит вот такого. Вот примерно, он примерно вот где-то посередине, вот до сюда вот он. Ложится сюда, ровно. Мне не показать, вы не увидите. Он где-то вот до сюда вот так вот встает. Вот, вот такой диаметр. Вот. А это где-то 16, по-моему, сколько я не знаю. Что хотел сказать. Испытывать я буду на дубе, не на дубе, бук у меня. Бук. Посмотрим, чисто он режет, хорошо или что. Обороты, правда, на двигателе прибавить не будет. Потому что маленькие обороты стоят. Все, когда сделаю, покажу. О, а вот еще что хотел сказать. Я еще не знаю, какую мне длину. Ручки длину и самого резца длину. Потому что они стандартные, это все вот такие вот. Вот такой коротенький. Я, наверное, подлиннее сделаю. Не знаю только зачем подлиннее. Не, ну обрезать-то потом можно. Я его пока даже это самое какое. Заклеивать не буду ручку. Если будет длинный, я короче сделаю. Все, сейчас сделаю, сейчас приварю. Приварю, закруглю, вот так сделаю. Я вот что я хотел, я не помню, сказал, не сказал. Я что такое хочу сделать. Вот сейчас вот такой. Вот. У меня один ровный. Вот этот вот такой, а я хочу вот такой сделать. И затащить вот это здесь. До скольки смогу, вот так вот затащу побольше. Так, все. Спасибо, карандаш. Не подвел. Вот. Если вот так получится, затащу до сюда. Вот так вот затащу примерно. А может даже и дальше, я не знаю. Посмотрим. Все, когда сделаю. Ну тот мечик хорошо режет. Режет, то есть не мечик уже. Был мечик, теперь режет. Нету мечиков, жалко, нету таких больших. Мелких так много. А, если что, я буду не на 20, если еще на сколько-то буду делать. Все, пошел я варить, а потом покажу, как он режет. Все, смотрите, я делал. Ну я даже ручку делать не стал. Смотрите, что он делает. Я сейчас покажу. Так, конечно, делать нельзя. Вот. Я и второй перетащил. Старый. Смотрите, что он делает. Я его даже не держу. Так не делайте. Вот. Он сам точит. Видно, да, что я его... Где вторая рука? Вот так вот. Вот так он. Такой острый и такой тяжелый. Сейчас я покажу нормально. Так, я камеру поставлю. Не знаю, видно будет. Ну, точит, мне понравилось. Ну, без ручки, конечно, неудобно. И потом я покажу, как я второй перетащил. Сейчас мы что-нибудь... Так, камера мне мешает, ну ладно.
потом поближе камеру поставлю, чисто точно. Вот тут с под гвоздя отверстие. А что мне надо? Не знаю, что мне надо. Просто так надо дочурить все. Чисто точит. Ну сейчас я вот с этой стороны еще маленечко, потому что я зацепил там. Так, свет не очень тут, конечно, мне. И не очень видно. Я поближе поставлю, посмотрим. Так, сейчас покажу старый. Ну, короче, все, мне нравится. Он острый и точит хорошо. Чисто. Сейчас я покажу, смотрите. Опа. Я этот еще острее сделал. Видите какой. Вот. Тоже точно хорошо. Ну, конечно, вот так вот прямо проходишь, что полоски вот так есть. Потому что он узкий же. Надо широким, что. Или обороты больше. Да как это все равно? Так вот получается, что все равно. Смотрите, полоски все равно остаются. Да, вон полоски. Или медленно вести надо, или обороты большие. Не, ну, как это острым тут ровно сделать? Не сделать, надо вот так хотя бы. Тоже чисто. Чисто делает. Конечно, надо обороты больше. Вот. Ну, я так попробовал. Я, главное, не нажимаю на них вообще. Как? Куда нажимать-то? Вообще усилия никакого. Просто подставил и все, он сам режет. Сейчас я это что попробую. Маленько под наклон. Сейчас я вытащу и посмотрю и покажу. Или поближе подставлю вот так вот. Ну-ка, камера смотрю. Все, камеру настроил. Наверное. Главное, чтобы фокус не сбился. Вот сейчас посмотрим. Так,
смотрите. Ну, свет, конечно, не тот. Не знаю, чем осветить. Ну, видно, что чисто режет. Я не знаю, видно, не видно камера. О, где свету-то взять дополнительного? На улице-то темно, зима. Видно, не видно. Ну, я говорю, режет тут хорошо.